Кино на ТВ-РУС. Товарищ генерал. Что с экипажем? Судя по повреждениям, шансов нет. Журналистам ни слова. Веществу, найденному в крови у космонавтов, аналогов на Земле нет. Помогите. Пацан тут не пробегал. Что? Ты чё, говновозка, говорить, что ли, разучился? Я мусор ваш. Оставь ты его. Пошли дальше. Спасибо, брат. Все, что здесь происходит, вы должны держать в строжайшей секретности. Мы не можем скрывать информацию о состоянии космонавтов. А если это космический вирус, к чему это приведет? К сожалению, все члены экипажа погибли. Мы выражаем глубокое соболезнование семьи погибших. Я не буду проводить опыты на людях. Будете, еще как будете. Оля. Виктор. Тихо. Как ты сюда попал? Давай выбираться отсюда. А что здесь происходит, друзья? Забирайте его! Ни ты, ни Ольга живыми отсюда не выйдете. Ирина Лачина, Дмитрий Орлов и Алексей Горбунов в фильме «Контакт-2011» в воскресенье на ТВ-РУС.